Вот, допустим, раньше, в принципе, китайцы и были у нас, мы и дружили вот раньше. А сейчас я считаю, что то, что продали газ на 30 лет вперед, то я считаю, такой некий устрашающий ход для Запада, да, чтобы они понимали, что Россия, да, в союзе с Китаем, и, собственно, больше войск, больше территории, ну, то есть, чтобы Запад, да, он как бы более так, скажем так, приостановился. Почему же Запад хотел забрать Крым? Для того, чтобы поставить свои ракеты, да, свои установки военные, да, чтобы поближе к России, ну, чтобы мы так себя, скажем, не чувствовали так уверенно. Естественно, конечно, наш президент очень мудрый человек, и он все это как бы предопределил и забрал Крым себе, чтобы они не смогли поставить. И союз с Китаем был сделан для того, чтобы, вот, я считаю, Запад все-таки, скажем так, отпугнуть от нас.